Всем здорово, сегодня 12 июня, сегодня мы едем, у моей мамы есть брат, он сейчас живет в Четырле, здесь недалеко поселок, вот деревня, и вот, грубо говоря, родина моей матери. Вот сегодня мы едем к дяде Леше в гости, вот попросил нас с собой еще взять 20 литров этого, бензина, потом гвоздей купить. Сейчас на встречу нам выезжает это... мои двоюродные сестры, они тоже там встречаемся в районе, вот, и вместе с ними тоже едем туда, в гости. Давайте, спасибо за просмотр, берите чаеху и погнали. Здравствуйте, уважаемые родственники! Здорово! Куда вы? А, вы тоже? Нет, а мы же им позвонили. Поставили в машине. Позвонили. Сейчас, сейчас. Ольге. Ольге, позвоним, что ли? Они же сказали, едут. Едем, а что, машина? По дороге. Они это, не, в сторону Черемшана улетели. Вот, вот, по ходу дела, я тоже так думаю, пролетели этот поворот, наверное. Да? Ладно. Ну, я еду там по сторонам, едут, смотрю, мне все. А там где-то милиция стояла. Не останавливалась? Нет, нас нет. Да. А так, доброго пути, скажите. Мы большие уже. Привет. Мы тоже все, только потом нарезку сделаем. Здравствуйте. Здравствуйте. Как дела? Лёх, здорово, привет. Вы пролетели? А, вы прямо по сторонам? Мы на северный полетели. Татарстан ломанулись. Но передумали. Да, хорошо. Да. Вот эти все выходные. Да. Давай, хвастайся. А, что хочешь? Нарычи, ты как такой? Да, возьми, блин. Вы 8. Ну там катализатор вырезали. А да, заходим, заходим, возьми. Хочу. А что, он прямо рычит? Нету, нормально. Серьезно? Да. Кого-то не знал. Нет, я слышал, вот поначалу вот я думал, это потом, ну, когда заводишь, это брм. Банк шел. Да, идем. Да, да, да. Вот, а так вот что. Неплохой такой. Да. Двери такие мощные. Да, ну, прям скажешь, что Китай. Да, то, что изоляция хорошая. Вообще нет. А это зачем? Ну так. Спутник. А он прям так стоит, у меня камера. Нет, это у меня камера проходит. А, ты, я думал, ты ее закрепил. Не-не-не-не-не. А он вон там, где-то, я как-то не видел. Что ты его настройки сбиваешь? Да. Идет он хорошо, прям, блин, по дороге на нем приятно ехать, не устаешь. Ну, устаешь ты, мне кажется, в основном от сидения. Вот, да, ты устаешь прям так. Сел, да, и вот я прям хорошо. Да, ну, у тебя ноги-то подлиннее. Ну и, в принципе, ну, такая ты, конечно, повыше лучше. Ну, дальняк-то на маленьких машинах удобнее ездить. Все-таки кроссовер шатает. Ага. Ну, по расходу, конечно, прикольнее, чем коптило.
Ну правильно, блин. Хоть и 5-литровый, да? Шесть, семь? Чего? Залет. Ну, до десятки. До десятки, да. Где-то 10, наверное, в городе. А так вот у меня сейчас 9,8 там стоит, 9,7, 9,6. А, ну у меня сейчас тоже так показывает. Всю дорогу. Не может и быть. По трассе? 145. Ну, компьютер показывает. Ну, вот я на 800 заправился, в Самару приехал, еще там катался. То есть, прям приличненько. И она Каптиве-то рубль закинешь, он до Сергиевска. Он сейчас все равно 95-й кушает. А 92-й. 92-й. Единый такой. Что-то добавку туда плеснул. Что-то на то же Тойоту срисовали. Тойота завешивание, как какая сборка, блядь. Ага. Так. Ну, это когда, знаешь, когда начинаешь придираться... Это когда ты, вот сейчас ты мне показал, да, увидел, да. А так бы... Ну, я, в принципе, вот при, у меня то же самое было. При покупке мы увидели, сели туда, ебать, место-то сколько, семья-то большая. Ага. Сзади прям свободно. Багажник там, блин, Леха, здоровый. Сейчас, подожди, это... А, вот это у меня. Что там? Вот смотришь туда. Ну, посудомойку бы не привез. Нет. А, человечек убегает, чтобы... Нет. Если кто-то там закроется... Смотри, да. Открывается. Зачем сломал? Сломался, блядь. Зачем сломался? Дали поиграть ребенку, блядь. Опять, Леша, здесь места красивые. Прикольно. А? Здесь мы... Здесь мы по детству приезжали. Там... Всегда почему-то прикольно казалось там играть нам по детству, да? Я не пойму, у них это... Как там туда кучно все? Он не знаю. Может мотоблоком надо дать, Леша? Обалдеть. Чего? Как всегда прохладно, так же все время. Ну, как всегда прохладно, да? Прохладно в доме. Да. Сама хорошо. Смотрите, картошка, да, деревяшки. Она, да? Смотри, баблиза какая была. Первый ты тоже пойдешь. Это, дадите тихоньку. Так. Это не мамка, Лев? Баблит, по-моему. Да, это мамка. Миша. Привет. Да, таки братца. А это же знаешь, почему чуть-чуть? Ой, я не знаю. Фотографии. Там и папа. Рукомойник. Да. Вот дед первой любовь, да? Дед? Вот. Вот это? Молодой. А кто это? Кузьмич. А, это? Вот свадьба их не да. Дед. Рисовать, не потратить. Домашки сделать. Да. Писать, что не надо. Тарелки на что? На картошку. Текет сайта. Там пустил. Потом там. Туда пусти дальше, чтобы вот не мочить. Да, вон каштан, видишь? А? Каштан, ты видишь? Да. Ну у нас. У нас дерево. У вас это. Наверное, тепло у вас. Тепло, наверное, у вас, в теплом месте.
У нас это, как его? Что-то наполняем, наверное, можем уже? Так. Ну что, нет. Что, кушать воды хочешь? Да. Ой. Эдюш, подожди, да, пожалуйста. О. 28 метров. Здесь у вас? Да, глубина. Прям как ледяная. Ну, а этот, как его? Глубина воды где-то после 400. Дядь Леш, поставь, наверное, выключай сейчас, я тебе скажу. Сейчас. Держи. Водит? Тут лоши. Ну что, мы съездили на родину к матери. В общем, вот уже приехали. Сейчас должен подъехать Сан Саныч, Лёшка, Оля, Маша и все остальные. Валентин Николаевич нам приготовил какую-то вкусняшку. Да, кстати, ребята, вот про казан пока не буду ничего говорить, про вот это. Это будет отдельное видео. А, это же уха. Будет уха. Уха из петуха. В общем, деревня только кушаешь, да и работаешь, как сказать, во благо себе. Вот. Поэтому всем приятного аппетита. Скоро будем есть уху. Давайте вы к нам приходите. Сан Саныч, а ты? Нет, это соседи. Нет. Четыре? А плечи-то бывают? Четыре. Это Цвет Таиса. Да, ну здесь этот, дядь Мишин был, он султана. Вот кто здесь вот живет. Да, да, да. Мы сараи купили, а землю. Все нормально. Огороды. Там, в старом доме. Хватает. В старом доме. Да, в этом году мы сходили, многолетку. Кого? Да. А, чтобы это, крапива старейшая не росла, да? Ну да. Ну куда, картошки в том году много посадили. Она вон еще в погребе, еще ведер 100, наверное. Кушаем. Каждый день картошка. Как раз в пандемию это. Чтобы расходы. А? Сколько? Красненько продо. Ой, красненько. Так, ветер продо. Ничего это, никому ничего не говорили. Продажи. Не побил рекорд. В этом году какой урожай? Да. До осени еще 3 месяца. У меня ваша картошка. Есть еще меня, есть еще меня. 4. Троим продалось, да. А как это?
как сорт называется. Сканашский. А какой картоф? Красный? Да. И Кузьмич давал ведро. Смотри, желтый, да? Ну да. Ну-ну-ну. Вот. Охуенный картошка, мне тоже нравится. Вырастил. Да. Не, надо как-то ногу держать. Вот так, чтобы да. У тебя петух тоже есть? Да нет, сейчас никого вообще. Нет, курился? Да. Ну, правильно, хули, с ним надо заниматься. А? Вот ты куда? Время. Пойди сюда. Давай посиди, Вов. Ну, я в кресло сейчас поиграл. А когда у меня день рождения? А когда у тебя день рождения? Скоро мне будет 5 лет. А там да. 5 лет сказал. Обожаю такая, а мне 3. У вас там вроде качели какие-то? Есть там, да. Поможете мне? Так, беру сейчас. Там нормально, да? Не, хорошо. Ты, наверное, я тебе не показывал, да, смотри, какие качели из баллона? Мы уже катались в прошлом году. Катались? Да. Она вот там на дереве стояла, да? Нет, здесь уже было. А-а-а. И в позапрошлом, по-моему, тоже. Мы тут с дерева сняли, там что-то с дерева упало. Тут вообще прохладно, да? Вот здесь спать. Устал ты тут? Нет еще. Там жарко, а здесь прохладно, заебись. А? Да, там сено. Там площадка. Это колесо. Ты так не будешь сюда никого запускать? Да нет, нам пока. А кого? Нахуй здесь же заниматься же, Санька, надо этим животным. А это же невыгодно, нахуй. Это тут заебись помещение делать, тут, блядь, в любом случае, когда есть накрытое помещение, ну, да. Идей-то больше уже. Ого. Вот такое. Там, может, здоровье прибавится потом. Станок вот сюда этот, брусчатка, чтобы у меня форма 4 штуки есть. У меня тоже есть форма. Бетономешалка есть, он в прошлом году купили. И шубр. Тут как раз прохладно, вот, обдуваемо. Наложить, да и может... Там, когда заливали те комнаты, говна уже надо было это там ебать. Яма-то большая была, а ее же нужно. Нет, а вообще. А, ну там же. Говна туда много нужно было, чтобы сначала закрыть, а потом только стяжку сделать, да. Поэтому вокруг асфальт, который сыпался возле дома, там все разобрали, туда затащили. Ну, чтобы здесь-то уже потом на улице потихоньку выйти. Ну, что-то вода пошла все равно, блядь. Дай Андрею покататься. Да. Вот Ванька. Я еще неделю жевать можно. Замачивать и... Не-не-не, оттуда, Сан Саныч. Пошли оттуда. В окружную, да. Через ту дверь. Откройте там дверь, мам. Направо. Слезы капали налево. Вот дед Леша на этом. Каштан. Видишь, какой стал уже? Сам сейчас. Ну, сюда, что ли? Ставь сюда. И Валек сказал, говорит, там что, приезжайте как. Сейчас. Да, все, идем.